Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Adminata Space и... Альфонс. И сегодня у нас вновь обзор вдвоем, и не только вдвоем, но еще и на два крутейших набора, по сути, батлпэка. Ну, не знаю, как насчет этого, но можно тоже считать вот таким большим батлпэком. У нас тут, с одной стороны, армия Галактической Республики, а с другой КНС, Конфедерация независимых систем. То есть сепаратюги вонючие. Да. И сперва мы посмотрим, наверное, на клонов, потому что, думаю, всем именно они в первую очередь интересны. Я, как в прошлом видео по AT-AP, расскажу вам про инструкции, а Альфонс уже поговорит о самих наборах. Ну и, собственно, инструкция от набора 7655. Вот такой вот классный батлпэк с клонами. Очень интересный спидербайк. Ну и как логотип 2008 года у нас Дарт Вейдер. И на заднем фоне, я так понимаю, планета Кашик тоже. Я не знаю, почему они все на Кашике воюют, но, в принципе... Мне вообще кажется, что это Эндор больше. Ну да, кстати, по растительности больше на Эндор похоже. Ну, не знаю. Такие же хуйные леса и тайга. Да, 4 мини-фигурки в этом наборе. Сразу перейдем назад. Тут у нас более интересно. Здесь у нас список наборов, выпущенных в 2008 году, насколько я знаю. В 2007 даже, посмотрите, в 2007 написано. Так что набор еще более раритетный, чем вы себе могли представить. Здесь у нас на два разворота реклама Лего-клуба, который тогда еще процветал. А сейчас он никому не нужен, потому что все стали зажравшиеся. Вот, и у нас тут крутейший набор 2006 года. Например, Star Destroyer. Когда-то я о нем очень сильно мечтал, да и сейчас тоже. Но у меня есть версия 2014 года, посему мне этот уже как-то, ну, не так сильно нужен. А слева корабль Джабба Хатта. Мне очень этот набор нравится вот этой вот мини-фигуркой. Она настолько какая-то немножечко недоделанная, недопринченная, из-за чего более такая раритетная и даже ламповая. Да, это гамурийский охранник. Ну и Боба классный. Боба всегда классный. Смотрите, как он тут порхает с зонтиками. Вот, и в принципе другой, на других разворотах у нас еще наборы. И почему-то тут... А, это как раз-таки еще один батлпэк с дроидами разрекламирован. Тут у нас загребущие говорят «создай свою армию». И, а, тут еще с клонами написано «клон говорит создай свою армию». Ну вот круто, круто сделано. Перелистываем дальше, и здесь у нас разворот, очень красивый, сражение клонов против дроидов. Опять же, почему-то на Эндоре, но кому какая разница, выглядит это все равно эпично. Вот такая вот классная инструкция, ну и давайте теперь поговорим о самом наборе. Ну вот этот Battle Pack. Особо конкретно по набору нечего обзирать, поэтому просто немножечко клонов обзираем, а потом остальное. Тут находится спиннер, на котором сидят двое клонов. Один из них сержант, это же сержант, блин. Да вроде да, но на самом деле это вообще из Star Corps'а. Под командованием Блая служил в 327-м корпусе. Вот, так что такой вот классный клон. Так что это не сержант, а другой особо. Это... Обычный, белый, без каких-либо расцветок батальона и чего-либо другого. Ну, их мы еще посмотрим. Сам спидер немножечко разочаровывает. Он довольно маленький, с маленьким количеством деталей. Но для батлпака ничего страшного. Также тут стоит точка для стрельбы. Опорный пункт. Да, опорный пункт, который уже намного лучше выглядит, хоть и еще меньше деталей. Ну, что ж. Время показать вам сами мини-фигурки. Клоны того времени. Довольно красивый, разнообразный, особенно интересен шлем. Потому что здесь находится... прорезь такая. Да, прорезь, и это не рисунок. Поэтому шлемы именно те старые для клонов, они вообще самые офигенные, как по мне. Ну, еще сверху есть вот такой вот гребешок. Ну, детализация. Она очень даже неплохая. Сейчас используется для... Для этих, для штурмовиков. Ну, она немножко видоизменена. Да. Единственное, у этого клона, по идее, должна быть вот эта часть черная какой-то курсантской гвардии, но она белая, но ничего страшного. Курсантская гвардия тоже невероятно красивая и по покрасу, и по детализации. Сказать особо и нечего, просто красавчик. Ну, и, конечно же, этот сержант. Тоже такая желтая полоска. Конечно, детализация поменьше, чем у него, но это не в цветах дело. У него, как видите, тут находится ремешок, который невероятно красиво выглядит и можно прикрепить плюс детализации. Поэтому мини-фигурки просто отменные. Так что, да, вот такой вот батлпак. Ради мини-фигурок просто великолепен. По набору, ну, как бы все батлпаки средненькие. Что ж, друзья, время посмотреть на противоборствующую сторону клонов.
Это дроиды. Ну и дроиды у нас 2008 года, насколько я помню, потому что мне этот набор еще папа принес 11 лет назад, как раз-таки в тот год, когда я впервые посмотрел «Звездные войны». По инструкции ничего сказать нельзя, такая же обычная, но, опять же, в ней нет никаких проблем, она отлична. Сзади примерно такая же рекламка того, что вы можете выиграть наборы. Естественно, разворотик на Лего-клуб. Другие наборы этого года и предыдущих. Опять же, о чем мы говорили в видео, о том, что вот этот набор в этом году перевыпустили. 14-летие Лего Star Wars. Мы в прошлом обзоре про это говорили. Ну и тут реклама видеоигр. Star Wars и Индиана Джонс. И вот такой вот классный разворот с Энакином и армиями, надвигающимися друг на друга, истребляющими друг друга по приказу Палпатина. Ну и в целом функционал Hellfire дроида, а также вот этого обычного Dwarf Spider дроид. Ну, у него особо функций нет. Все детали, ну и в целом вот такая вот инструкция, довольно красивая, приятная. Давайте посмотрим на сам набор. Ну что ж, этот набор по сравнению с другим более такой мясистый и нажористый. По сравнению с другим батлпайком, этот набор более такой мясистый, нажористый, и в нем уже есть за что ухватиться. Поэтому для начала мы начнем с мини-фигурок. Первый — это дроид B2. Офигенный, классный, да, детализированный. Что о нем можно сказать? Они не менялись с тех пор, как впервые вышли. И до сих пор они просто обалденные, как и в плане детализации. В плане загребущей. Да. По функционалу, конечно, обидно, что вот эти ноги вместе держатся. Но что поделать, это вряд ли хоть когда-нибудь исправят. Другие мини-фигурки. Обычные дроиды. Даже не знаю, что о них сказать. Вот сержант. На сей раз я точно уверен, что... Ну, блин, это капитан с желтым торсом. Тоже сказать особо нечего. Дроид как дроид, такой же, как и все. Они тоже не менялись. Детализация классная и все такое. Перейдем непосредственно теперь к набору. Начнем со Спайдера. Он довольно такой минималистичный в плане деталей, но офигенно выглядит и сделан. И ноги у него, как вы видите, сделаны из торса вообще дроида, из пистолета, и с парой этих деталей, которые для пальцев мог очень подходят. Но выглядит он просто шикарно, очень похож на то, что было в фильмах. Так что о нем я даже не знаю, что сказать. Он просто шикарен. Подвижная пушка, кстати. Да, пушка у него подвижная и работает все это офигенно. Поэтому о нем трудно что-то сказать, просто он классный и похож на те, что были в фильме. Теперь же Hellfire Droid. Просто обалденный, тоже довольно маленький, но такой, знаете, крепкий прям, стойкий и офигенный. И здесь находятся большие круглые прозрачные детальки, а не то, чтобы тут просто пустота была. Ну и все это выглядит просто офигенно. Тут находятся пушки, из которых, естественно, можно стрелять, что довольно... логично, потому что именно так все это выглядит. Детализация. Нужно сказать именно об основной детализации и кое-каких деталях. В плане детализации у него каких-то проблем нету, чтобы он там сбоку плохо выглядел и так далее. Выглядит он отлично. Но есть один главный плюс. Вот эти, видите, гусеницы, благодаря ним он отлично может ездить где угодно. И на ковре на каком-то, и по грязюке, и так далее. Так что этот набор, ну, просто офигенен. Особенно в плане Hellfire дроида. Ну и, конечно же, мини-фигурки офигенные. Battlepack же как-никак. И два обычных, кстати говоря, тоже в комплекте дроида. Ну, я их уже показывал. Так что, ну, их. Что ж, в общих чертах, что можно сказать об этих батлпэках. Как мини-фигурки, они просто великолепны. Потому что батлпэки именно для этого нужны. Все отлично, все к месту, все супер. Сами наборы. Battlepack с клонами довольно скучноватый, потому что что спидербайк, что эта постановка имеет очень мало деталей и не выглядит как-то прям круто. Но вот именно Hellfire Droid, а также Spider, они выглядят ну просто охренительно, прикольно детализированные и по функционалу просто отличные. Поэтому этот набор точно советуется к покупке, хоть его достать сложно. А этот, ну если вам нужны мини-фигурки старых клонов, то прям берите, вырывайте его с руками. И самое интересное то, что здесь сразу для вас идет и Корусантская гвардия, то есть Шок Трупер, идет вам чисто белые два клона, а также вам идет из Старкорпса для Блая вот такой вот тоже клон. Хотя вы можете скастомизировать и сделать просто обычного Блая, у вас будет сразу очередной, ну, командер новый. Так что, друзья, наборы шикарные, ищите их в своих магазинах, не знаю, на Авито, на OLX, на eBay, где угодно. Советуем к покупке. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока-пока!